Приветствую всех на канале Верность ТВ. Вот это Рони, мы про него вчера писали пост. Иди сюда. Такой нежный, трусливый мальчишка. Он, наверное, попал... Ну, в общем, скорее всего, он попал под машину, либо кто-то ударил по позвоночнику. Было два перелома в позвонке у него. Должен был, по всем прогнозам, остаться спинальником лежачим. Но ты у нас сильный мальчик, да? Иди сюда, Ронечка. Иди ко мне. Иди сюда, зай. Иди. Ну, первый раз сегодня с ним я вижусь, поэтому он еще побаивается. Будем с ним заниматься дальше нервной проводимостью. Я не знаю, посмотрим, получится восстановить у нас больше или нет. У него выпадает писюн, и я так понимаю, недержание кала тоже имеется. То есть, в принципе, он стоит. Я не знаю, как у него лапки, еще не смотрела. Хвостом виляют, значит, все хорошо. Иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне. Ну, иди сюда, друг. Иди сюда. Иди сюда, Ронечка. Иди, молодец. Ты умница. В общем, такой нежный малыш. Ну, жопка повиливает, мышцы, я смотрю, да, маленькие такие, атрофированные. Но все это нарабатывается, все это будет... В общем, будем заниматься, но в крайнем случае будет... Вот Роня, вот. Иди сюда. Вот у него выпавший писюнчик, я так понимаю, постоянно такое, да? Да. То есть вот у него торчит. Он не заправляется. Скорее всего, если нервная проводимость не улучшится и обратно не заправится, придется ампутировать, потому что он будет подсыхать. Хотя, может быть, Ронечка будет себе постоянно зализывать, да, по жизни и будет как бы так постоянно торчать. Хороший мальчик, будем заниматься, будем смотреть. Роня. Тут вот безопаснее, там какая-то штука. Роня. Да? Роня. Хорош, уже освоился, уже это, уже целуется. Иди. Вот я на твою подстилку села, ничего? Можно? Хороший мальчик. Хороший. В общем, будем заниматься, вот такие новости. Должен был остаться лежачим, но встал. Такой определенный борец. 3 недели лежал вообще, говорят, не вставал, ничего. Практически не двигался. И будем стараться найти тебе хозяина, конечно. Вот видите, буквально 3 минуты, он уже вот... Будем играть с тобой? Да? Будем дружить? Правая лапка похуже, чем левая, но, в общем... Ходит как заяц. Дай лапочки, как заяц такой. Да, вот тут не гнется, что ли, тебе? Не работают лапки. Какие у тебя лапки? Щекоток боишься? Нет, не боишься, а тут боишься. Какой нежный мальчик. Он ходит полностью стопу ставит, да, получается, наверное. Иди сюда. Мне что-то кажется, что да. Иди сюда. В общем, друзья, мы с ним попозже еще выйдем погуляем обязательно и неоднократно. И расскажем о нем. Я пока вот в боксе не очень понимаю. Такое ощущение, что он целиком встает и как зайчик присаживается, да. Что не встает вот так вот, лапка не разгибается у него. Как у зайца. Видимо, как здесь заяц. Не работает. Не чувствую, скорее всего. Чувствуешь ты лапочку? Трудно понять по тебе. Ладно. Все новости о Роне расскажем еще на канале Верность ТВ. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Потому что спасение животных – наше общее дело, да? Правда? Да, и только вместе мы можем это делать. С вами была бесплатная санчасть. До свидания.